Счет давай. Раз, два, три. А ты совсем не изменилась, нет, нет. Привет, а жить ты будешь долго. Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно, нелепо кричать тебе на весь троллейбус. Этим летом, а впрочем, стоит ли об этом ведать? Тогда о чем? О снах, о книгах, и чё от меня попутал крикнуть привет? Как жизнь, не то чтоб очень гладко, но в общем, знаешь, все в порядке, без бед. С утра не по погоде одет. Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова будь здорова. Давайте вместе. Привет! Супер! Раз, два. Максим Леонидов и Хиппо-бэнд. Спасибо, друзья. Хочу вам сказать, что на моей памяти, конечно, Максим единственный... Нет, не единственный, на втором месте. Нет, на первом месте. Актер после Джареда Лето, который помимо своей успешной кино, театральной и прочей карьеры сделал отличное музыкальное шоу. Нормально я тебя представил? Хорошо. Максим Леонидов. Говори, говори. Скажи, я вот не помню, а вы квартирники играли когда-нибудь? Ты знаешь, вот с секретом играли. Играли, ну, буквально пару раз, на совсем на заре. А до этого, когда мы начали с Димой Рубиным песни писать вдвоем, мы с ним несколько раз играли всякие там вот такого рода концерты. Но сказать, чтобы мы это делали часто, нет. Тогда играй. Максим Леонидов. Давай. Thank you.
дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу. То ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Даша. То ли девочка, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, я оглянулась ли она, чтобы смотреть, я оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, я оглянулась ли она, чтобы смотреть, я оглянулся ли я. Взлетела, как птица. То ли девочка, а то ли видение. Смотрел я в небо звездное долго. И на завтра был больной целый день. Я искал ее, но только без толку. То ли девочка, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть. История актерского мастерства Максим Леонидов. Есть такой рассказ у грузинская фамилия Ираклий Андроников, да. Вот, у него есть такой замечательный рассказ про то, как он первый раз в жизни выступал в филармонии и должен был читать лекцию про музыку Танеева, и у него там все это не получалось, и у него там есть такое замечательное определение. И вдруг мне стало жарко и скучно на сцене. Вот это вот. Вот. То есть это такая безнадега, когда уже вообще все равно. Просто жарко и очень скучно. И вот это вот ощущение, жарко и скучно, первый раз вот на... Это был устный журнал. Была такая форма в Советском Союзе проведения досуга для, значит, трудящихся. Ты помнишь, сначала обязательно полинформация была, потом кто-нибудь обязательно про летающие тарелки, значит, рассказывал. И в конце для увеселения народа приглашались какие-нибудь артисты. И вот мы были совсем неизвестные молодые артисты, выпили бутылку коньяка, вышли, и там сидят вот эти люди. И мы начинаем им петь. Алиса умеет вязать. И мы понимаем, что, боже, как мы от них далеки. Им задурили голову тарелками летающими. И тут вдруг мы со своей Кристиной, Алисой, из другого мира такие мальчики пришли. И вот это был первый провал. Второй наш провал был... История моих провалов, такая книга. Второй провал был, когда мы с группой «Секрет» приехали на первое выступление в Москву, значит, с Майком. Майк был звезда, на часовом заводе «Слава» мы выступали. Я был на этом концерте. Да, это было чудовищно. Дима Рубин тогда играл на бас-гитаре, Коля Фоменко играл на лидер-гитаре. Этот рост, он играл только в одну сторону, только наверх. Только так, он вниз не мог.
Вот. Нарядились, значит. Я в длинном шарфе таком был. Дима Рубин в небесно-голубом таком костюме и сабо. Вот. А Фоменко стащил у жены своей тогдашней комбинезон джинсовый, а она была такая довольно полненькая девушка, и он был просто чистый Карлсон, кудрявый в комбинезоне. И вот мы такие красавцы вышли перед Майком. А там сидят люди с портвейном такие, значит, в этом часов за Владислава, кричат: «Майка, давай!» Там все пьяные. И мы такие, голуби такие роскошные, выходим. И от страха начинаем играть, кто в одной тональности, кто в другой. В общем, это был ужас. Дима Рубин на негнущихся ногах так прыгнул и сказал: «Привет, Москва!» В собой, так бум! В полной тишине гулко прозвучали. Короче, мы должны были играть что-то 8 песен, но после четвертой там нам показывали: «Закругляйтесь, закругляйтесь». И мы с позором, значит, ушли, а потом вышел абсолютно пьяный Майк и произвел фурор, как обычно. Сыграйте тогда, я люблю буги-вуги прямо сейчас. Прям сходу? Ну да, давайте. Почему бы и нет? Поскольку мы уже вспомнили Майка. Первый раз, кстати, вообще какая бы то ни была песня Майка Науменко, прозвучавшая на телевидении, на советском тогдашнем, это была песня «Буги-вуги каждый день», которую бит-квартет «Секрет» спел в передаче «Утренняя почта». И до сих пор и с «Секретом», и с хиппо-бендом мы эту песню играем, потому что это классика отечественного рок-н-ролла. Так и что... вообще любимая песня. Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиплеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Но что-то не так, сегодня я одинок, и тут я совершаю телефонный звонок. Я набираю твой номер, я говорю тебе привет. Привет с тобой на 7000 лет. И если тебе нечем и вечер, занять ту почему бы нам с тобой не войти. Потанцевать, ты любишь буги-буги. Каждый день, 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 каждый
Keep a band, Максим Леонидов. Они такие смешные были, молодые. Дураки дураками. Красные галстуки, вот пионеры питерские. Но любимые. У меня просьба к звуку. Дело в том, что я сейчас свой голос слышу хуже, чем голос Юры, вот, который на бас-гитаре играет. Потому что я красиво пою. Да, я... Вызывает зависть, понимаешь, а мне здорово. Слушай, а ты его не представляй. Когда действительно. А на бас-гитаре, в общем, ладно, неважно. А на бас-гитаре, да, а на бас-гитаре у нас играет бас-гитарист, этого будет достаточно. Да, да, да. Нафти такой басист. Да, вообще я не понимаю, он еще и директор, понимаешь? Тогда ладно. Слушай, ну пускай он поет. Давай один спой сейчас нам, чтобы мы услышали, как ты это делаешь. Раз, два, три, скажи мне. Я без опоры не могу. А ты играй себе на бас-гитаре. Ну, в общем, все поняли, да, несостоятельность. Да? Расписался сейчас. Спасибо большое. Теперь детскую споем. Марию. Да, мы споем песенку детскую, которую написал для наших деток, собственно говоря, ну и для ваших, и для всех. Поехали. Спасибо. Летописцы, которые ведут твою богатую творческую биографию, мне тут написали вот какую вещь хочу, чтобы ты прокомментировал. На свой день рождения в посольстве Монголии в Российской Федерации получил награду за родину. Что это? Я не понял ни одного слова.
Дело в том, что когда это было? Год назад примерно, да? В 15-м. Да, в 15-м. А еще за год до этого группа «Хипобэнд» была на гастролях в Монголии. Что? Мы играли на 9 мая в Улан-Баторе. Нет, в большом, как он называется, Юби... Фоте. Юби Холл. Где Юби, это Улан-Батор, как ты понимаешь. Короче говоря, у нас был довольно успешный концерт. И совершенно неожиданно для себя я вдруг обнаружил, что мне пришло письмо из посольства Монголии в Российской Федерации, что я за, как бы, за выдающийся вклад между двумя народами, там мне вот эту медаль, почему она называется «За Родину», я не знаю, тебе честно скажу. Вот я сам не понял. И вообще мне сказали, что это военная награда, их военных награждают. И мне ее торжественно очень вручили. Но главное, что я ее в тот же день потерял. Я не помню, куда ее засунул. Я ее нашел через полгода, правда, нашел. Она где-то там завалялась в недрах чемодана. Ну, знаешь, приятно, когда тебя награждают. Ну, монгольская награда. Кто может похвастаться, что у него есть монгольская Только награда ты. За родину? Скажи, а ты иногда одеваешь вот все медали, которыми тебя одарили? Ну, так вот просто ради интереса. Дома знаешь, у меня их, во-первых, нет. У меня одна медаль монгольская. У меня... Подожди, меня перепутал, меня с Макаревичем. Подожди, заслуженный артист. Ты же заслуженный артист? Нет. Как нет? Я не заслуженный артист. Ты вот тогда уходи. А ты... Я-то думал, солидный человек. А ты заслуженный артист? У меня нет монгольской медали. Ну, у тебя из-за заслуги перед Отечеством какой-то обидной четвертой степени. Не-не-не, это орден. Ну, орден, обидная степень. Да? Нифига не обидная, потому что я все прочитал, что человек, имеющий этот орден и совершивший какое-то, ну, незначительное преступление, не может быть посажен в тюрьму. Захотят посадить, посадят. Нет, там выгравера на другой стороне медали. Это кому будешь показывать, что там выгравера? Это кому-нибудь, знаешь, на штрих-код приложу в тюрьму. А меня, может быть, в Монголии не могут в тюрьму посадить. Давай, позывные весны.
Спасибо. Ладно, мы споем. Да, конечно. Давайте мы вместо рок-н-ролла вот этого майковского, мы спели уже, или хотите рок-н-ролльчик такой, Паш? Ну, давайте, ладно. Читай. One, two, one, two. Я посмотрел на часы, было 8:00, одна мы танцевали, вместе с нами танцевала луна. Рок-н-ролл, танцующий вверху. Мы прыгали, крутили, шутили, не знать, что походи давно. Я посмотрел на часы, было 8:22, у меня начала кружиться голова. Рок-н-ролл, танцующий вверху. Мы прыгали, крутили, шутили, не знать, что походи давно. Я посмотрел на часы, а было 9:04, я устал, как будто весь день жалкий ремонт. Ты сказал, я устал, я хочу присей. Я сказал, нет, нет, смотри, танцуй все игроков. Мы прыгали, крутили, чили, и страшно походим в окно. Я посмотрел на часы, было 9:43, твои бусы порвались, скорее сами рок-н-ролл, танцуй все игроков. Я посмотрел на часы, было 9:07, тебе уже 18, мне всего 37. Мы прыгали, крутили, шутили, и знать, что походим в окно. Я посмотрел на часы, 11:05, завтра мы будем танцевать опять в окно. Танцуй все как гол. Мы прыгали, крутили, шутили, и знать, что походим в окно. Я помню, начинал карьеру, ты даже не начинал карьеру, ты находился в расцвете сил, играя Элвиса Пресли. Я даже зацепил какие-то несколько спектаклей. Да, это было на излете секрета уже. Ну да. Что-нибудь осталось из этого? Исполняете ли вы Элвиса Пресли в концертах? Нет. Почему? Ну, как объяснить, что то, что было в 30 лет, мне это было интересно. Я был этим действительно как-то серьезно увлечен. Я влюбился абсолютно в Элвиса, потому что я его, собственно, мало знал. Я был такой битломан, а про Элвиса я знал, что это какой-то парень, который дрыгает попой, и больше ничего. И потом, когда мне предложили сыграть вот в мюзикле «Король рок-н-ролла», это был питерский, такой спектакль-концерт, и я тогда очень в тему погрузился, очень много Элвиса посмотрел, и я понял, какое существо. Какое-то невероятное абсолютно. Это как с любовью, которая прошла, и больше трогать не нужно. И... Ну, подожди, а пожилые поклонницы, которые просят там? Ну, мало ли, что пожилые поклонницы просят, что же, все удовлетворять всем просьбам. О, какая сейчас песня-то будет. Давайте, я начну, а вы продолжите. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются.
отлично. В этот момент обычно в концертах я шучу. Значит, шутку я шучу такую. Я говорю, не, я не эту песню имел в виду. Я имел в виду, где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. И люди, да, вот так, как вы сейчас смеются тоже. Я говорю, ну ладно, я пошутил. И после этого, собственно, мы исполняем. Грибы исполняешь дальше, да? Да, да. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Я довольно молодой бог, и, возможно, у меня опыта нет. Но, девочка моя, я помочь тебе бы мог и пролить на жизнь твою солнечный свет. И виновки у тебя нет, на работе перерыв, всего ничего. Но ты напудришь нас, выйдешь на беды за столик. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Отчего же ты молчишь, друг? Посмотри в его глаза и не верни. Столько долгих лет замыкал я этот круг, это я его привел навстречу к тебе. Привел его из тех стран, где затоптаны в песок осколки мечты. Он прошел сквозь лес, через океан, он, конечно, одинок, так же, как ты. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил. Выучи французский язык, научись играть на трубе и живи на полную каждый миг. Так бы я писал самому себе. Знай, что все тебе по плечу. Верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти.
писал ему, что любовь — это не тиски и не кабала. Я бы рассказал ему, что Господь — это не кресты и не купола. Я бы объяснил ему все про роль, ту, что так хотел, но не смог сыграть. А если было можно и бандероль, я б тогда Акунина смог послать. Скоро ты поедешь на юг, вот тебе хороший совет. Не спеши, дружок, заводить семью, ждет тебя любовь через много лет. А хочешь вышлю песню письмом, ту, что все побило хиты, спой ее в своем 78-м. Ведь в конце концов ее автор ты. Если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни строк, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо. Все, спасибо. Максим Леонидов, Keep Up Them. Да. А еще Максим Леонидов, очень добрый человек, в его альбоме он попросил меня спеть за корову. Да, это был альбом, который назывался «Папины песни». И среди них была песня, которую исполнял Утесов со своей дочкой Эдит. «Ты не только съела цветы в цветах мои, ты съела мечты». Знаете, диалог с коровой. Он пел с Эдит, а я долго думал, с кем спеть, и понял, что лучшей коровы, чем Маргулис, мне не найти на территории Российской Федерации. Поэтому... Но ничего, у нас получилось. Очень получилось. Максим Леонидов. Евгений Маргулис. Не, на самом-то деле, меня почему-то как-то часто пользуют мои друзья, если идут какие-то записи каким-то мультфильмом, я пою за всю самую шушеру, которая есть на земле. Хомяк, суслик, корова, магическое какое-то существо, карамболь, жирафа, кусочек грязи. И потом мастер асфальтоукладчик был. То есть это моя самая такая трогательная роль. Максик, я готов делать все, что ты захочешь. Хорошо. Да. Любая песня, любой каприз, пою за кого угодно. Часов без сна. От Питера до Москвы.
Москвы, от Питера до Москвы. И черно-белый рассвет, чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси, та самая, на которой ждал до седин. Это все будет завтра, душа моя, а пока просто не дай ему уйти, если он уйдет навсегда, так что просто не дай.